Седьмой международный междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы и шеи проходил с 30 мая по 1 июня в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. В обширной программе конгресса особое внимание было уделено применению интраоперационного нейромониторинга. Лучшие специалисты по эндокринной и челюстно-лицевой хирургии использовали систему интраоперационного нейромониторинга во время операций, которые транслировались на конгрессе в рамках секции «Живая хирургия». Во время операции очень часто возникают случаи, когда нерв визуально очень трудно отличить от других структур, внешне на него похожих. Хирург может видеть одновременно нерв, спавшийся мелкий кровеносный сосуд, тяж соединительной ткани, рубец, оставшийся от предыдущей ранее перенесенной операции и тому подобные вещи. Все это может очень сильно осложнить для хирурга принятие решения о том, где можно безопасно выполнить разрез, что можно пережечь и даже в какую сторону можно безопасно тянуть фрагмент, допустим, той же щитовидной железы, если к этому фрагменту изнутри нервы могут быть подпаяны в результате какого-то существующего воспалительного процесса. И вот, чтобы хирург мог принять решение о том, что можно пересекать, что нельзя пересекать, как можно тянуть, а как тянуть нельзя, он использует электростимуляцию, специальный инструмент, зонд или щуп, подключенный к блоку электростимулятора. А на этот щуп подается слабый электрический ток, который хирург передает на стимулируемую ткань. А в случае, если стимуляции подвергается нерв, то электрический импульс по нерву доставляется в связанные с этим нервом мышцы, и ответ мышц на электростимуляцию мы можем зафиксировать прибором через специальные пишущие электроды, которые кабель включаются на блок электроусилителя, и дальше компьютер с помощью специального алгоритма может показать этот ответ в виде специфической формы кривой на экране прибора. Также эти ответы сопровождаются особым звуковым сигналом, так что хирургу не обязательно смотреть на экран, можно работать полностью на звук, не отвлекаясь от операционного поля. Методика нейромониторинга зародилась в нейрохирургии и постепенно проникает во все большее количество других хирургических специальностей. Нейромониторинг в хирургии головы и шеи позволяет значительно снизить частоту повреждений нервов во время операции. Нейромониторинг хирургии щитовидной железы очень активно развивается, потому что тяжелейшее осложнение, потеря голоса и нарушение свободного дыхания может быть этим прибором скорректировано абсолютно уверенно и на основе мощнейшей доказательной базы. Собственно, в многих европейских странах хирургия щитовидной железы без нейрофизиологического монитора просто запрещена на законодательном уровне. Самое главное в нейромониторе – это не только возможность найти возврат негативный нерв, но самое главное – это постоянно отслеживать состояние нейрофизиологии этого нерва. Это осуществляется путем постоянного нейромониторинга, когда специальный клипс одевается на вагус, на блуждающий нерв, и в течение всей операции идет стимуляция вагуса, соответственно, рекурренс, как его ветви, и мы постоянно мониторируем состояние этого нерва, анализируем амплитуду сигнала и время прохождения сигнала. Соответственно, если снижается амплитуда или увеличивается время прохождения сигнала, следующий этап – это будет уже потеря сигнала, то есть повреждение нерва. Как правило, это связано с его перерастяжением, то есть не нарушением целостности нерва, а перерастяжением, что может привести как раз к наличию гортани. И когда, собственно говоря, мы видим, что амплитуда сигнала снижается, естественно, мы отменяем какие-то тракции, наше последнее действие для того, чтобы сигнал восстановился. Тем самым мы вот постоянно контролируем состояние нерва, чтобы не допустить его повреждения. Недавно нейромонитор начали использовать также для реиннервации при операциях на гортани. На сегодняшний день нейромонитор чаще всего используется в хирургии головы и шеи, в частности, при операциях на щитовидной железе и околоушной. Мы начали использовать, у нас небольшой опыт по реиннервации гортани, когда восстанавливается двигательная функция гортани, голосовая и дыхательная, в ходе проведения, собственно, реиннервации рекурренсов, либо мышц гортани. В этом плане нейромонитор Иномед, который сегодня был представлен в живой хирургии профессорами, он крайне актуален для того, чтобы, собственно, найти нервы в мягких тканях, которые поражены рубцом, потому что, как правило, эти пациенты после
тиреоидэктомии после с большой рубцовой тканью, и найти нервное окончание бывает тяжело. Нейромонитор в этом плане довольно хорошо помогает врачам. Здесь мнения могут расходиться. Есть врачи, которые говорят, что они оперируют без нейромонитора. И это, я думаю, что мнение каждого и опыт каждого. Но в нашем случае мы считаем, что такая помощь, она не только не лишняя, но и необходима. Показания к использованию нейромонитора в настоящее время распространяются практически на все области хирургии. Одно из самых частых осложнений после операции на щитовидной железе является нарушение голоса или парез гортани. Это может встречаться у пациентов в 30%, либо даже в 67% случаев. Поэтому это действительно очень грозное осложнение, которое, к сожалению, бывает. Я как хирург-эндокринолог, который оперирую каждый день, я в прошлом году сделал больше 250 операций, я считаю, что надо всем использовать этот нейромонитор. И я его сравниваю с ремнем безопасности. Когда мы с вами садимся в машину, мы всегда пристегиваемся. То же самое здесь. Конечно, мы не каждый день попадаем в аварию, слава богу, но пристегиваемся мы каждый день. Поэтому то же самое с нейромонитором. Я считаю, что надо его использовать всем пациентам. Это очень важно. Участники конгресса оценили методику интраоперационного нейромониторинга и ее возможности по локализации и предупреждению повреждения нервных структур.